Мы рады приветствовать вас. Сегодня мы представляем вашему вниманию уникальную команду по борьбе с сорными растениями Eventus. Eventus – это новый послевсходовый гербицид для сои, аналогов которому нет на рынке. Он демонстрирует прекрасные результаты на соевом поле. В составе команды Eventus – сильные игроки, подобранные в оптимальном соотношении бентозон и кламазон, упакованные в современную формуляцию микроэмульсию. Бентозон и кламазон относятся к разным группам действующих веществ и обладают различными механизмами действия. Бентозон – ингибитор транспорта электронов, кламазон – ингибитор синтеза каротиноидов. Каждый из них имеет различные механизмы поглощения. Бентозон – контактное действующее вещество, кламазон – системное, которое поглощается корнями и листьями. Сильными сторонами Eventus являются одновременный контроль основных двудольных сорняков, включая переросшую марь белую и некоторые злаковые сорняки, современная формуляция, микроэмульсия, отсутствие последействия, безопасность для сои, совместимость с остальными проверенными игроками. Благодаря этим особенностям Eventus уверенно обыгрывает основных соперников из команды «Сорняки». Бентозон контролирует основные двудольные сорняки, такие как дурничник обыкновенный, гречишка вьюнковая, горец почечуйный, падалица подсолнечника. Кламазон серьезно усиливает команду и позволяет обыгрывать даже переросшую марь белую в фазе 3-4 пар настоящих листьев и некоторые злаковые сорняки. Мы видим, как Eventus успешно обыгрывает переросшую марь белую даже в фазе 4 пар настоящих листьев. Максимальная эффективность Eventus против данного сорняка доказана на практике многократно. Дополнительное преимущество в игре – полная нейтрализация просокуринного на поле и блокировка некоторых соперников из команды «Однолетние злаковые сорняки». Высокие темпы игры и результативность помогают демонстрировать современная форма игроков команды Eventus. Формуляция препарата – микроэмульсия. Она обеспечивает надежное покрытие рабочим раствором целевых объектов и его долгосрочную стабильность. Третье преимущество Eventus – это стабильная игра без фолов. Свобода выбора в размещении последующих культур севооборота – зерновые, колосовые, кукуруза, сахарная свекла, любые другие культуры, возделываемые в вашем хозяйстве, вы можете спокойно размещать после использования Eventus, не опасаясь негативных последствий. Четвертое преимущество Eventus – безопасная игра. Он разрешен к применению на сое, начиная с фазы первого тройчатого листа. Действующее вещество бентозон является одним из лояльных по отношению к культуре. Пятое преимущество Eventus – уверенное взаимодействие с другими проверенными игроками на поле. Хорошие результаты получены при совместной игре Eventus с Flex, Ветблок Plus и гербицидами на основе тифенсульфурон-метила. Данные игроки серьезно расширяют возможности Eventus в комбинационной игре и усиливают действие на амброзию полынолистную, акалифу южную, щерицу запрокинутую, послен черный, падалицу подсолнечника, не только классическую, но и устойчивую к имидазоленонам и сульфанил-мочевинам, а также многолетние сорняки. Благодаря Eventus команда послевсходовых гербицидов Сингента на сое пополнилась новым, сильным и перспективным игроком. Eventus – несомненно восходящая звезда команды. Попробуйте и убедитесь сами в высокой эффективности Eventus на ваших соевых полях.